Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе 5 командных пунктов противника, хранилища топлива, 3 склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Боровенково, Гуляй-Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев. Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, в районе Буда ракетой «Воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Армейской авиацией уничтожено 8 танков и других боевых бронированных машин, а также дороты живой силы противника в районах Пашково, Веселая и Ильичевка. Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Уничтожены 4 склада вооружения и украинской военной техники, а также 3 района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасное, Ямполь и Краматорск. Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ, а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 3 украинских боевых самолета, 2 истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и 1 Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники.